Какую же мне сказку рассказать? Старинную или новую сочинить? Так какую же сказку-то? У меня их много тут на печи греются. И все любимые. Какую выбрать? А, так вот же она. В коробке. Шел солдат Ваня с войны домой. От пороха нагорелый, в мундире сине-белом. Путь не близкий, через горы австрийские, через степи нубийские, где нубийцы из жары выпекают миражи. Идет Ваня, шагает, по своей невесте скучает. Позади жаркие страны, впереди моря, океаны. Колеса вращаются, мыша расплывается, сказка продолжается. Сказка продолжается, Настя улыбается. Где ж ты, мой Ванечка? Сзади берег турецкий, прощай, прицел немецкий. А вот и земля родная, печной дымок, запах хлеба, сверчок. Хорошо. А где солдат-то? Тут его нет. Вот оно, отечество. Вот село родное. А вот наш герой сидит, отдыхает. Сухари считает. Немного осталось. Раз, два, три. А тут нищий навстречу. Подай, солдатик, сухарика. Ну, солдат все свои сухари-то и отдал. Раз, два, три. Вот вам, солдатик, за доброе дело сумка походная. В ней все, что захочешь, уместиться может. Даже и не сомневайся. А вот еще карта игральная. Никому не проигрывают, всегда выигрывают. И колечко простое, медное, на счастье безбедное. Так мне пора. Ой, разбегайся, народ честной! Бежит кабан, зверь лесной! Тора, Тора! А наш солдат военной хитростью богат. Вот так сумка. Ну, солдат, приводи в порядок свой мундир. Ой, а что случилось-то? Никого нет, одни вороны летают. А где народ? Провалился, что ли? А где же моя Настя? Да что за беда? Сидит солдат у мельницы, переживает, по невесте скучает. Лягушки вам ничего не расскажут, а я расскажу. Случилось это прошлой весной. Ой, грибники заблудились. Леший на дудке играл, они заблудились. Леший на дудке поиграл, а водяной у него ту дудку-то украл. Как стал дудеть, так вся деревня под воду-то и ушла. Теперь прямо здесь над ней стоит. Не аукать. Настя зовет, а Ваня не слышит. И решил солдат, в город пойду. Может, Настю там найду? Ну и город. Никого нет. Прямо темный лес. А не, вот огонек светится. Ага, столовка. Здравствуйте, люди добрые. Что за черт? Люди странные и одеты не по-нашему. Это носы у них не наши, не удмуртские. Может, чихнуть для порядку? Спасибо. Отзыв верный, акцент французский.
Месье, этого кабана на кухню. Да зажарьте мне его целиком, с корочкой хрустящей, с соусом французским, с горчицей австрийской и с хреном нубийским. Да подать мне его с петрушкой турецкой и водкой немецкой и фрукты. Однако яблоки не настоящие, восковые. Натюрморт называется. Дверь, я вижу, тоже нарисованный. Не настоящий. А следы-то, следы-то прям в печку ведут. Что за черт? Как только солдат на перине разляжется, мы его сразу капканом, как, и зажарим. Лучше всякого кабана. Будет ему и петрушка испанская, и водка нубийская. Солдат большой, на два раза хватит. Вот и на что, ах вы черти. Врешь, не возьмешь. Крыша дрожит, солдат бежит и думает: не для того я прошел разные страны, чтоб попадаться в ваши чертовы капканы. Месье солдат, прошу пардону. Кабанчик ваш великоват. Будет готов только к утру. Милости просим полежать на нашу кровать. А что дядя вон там за казарма стоит, а? Кто в ней живет? Тама в казарме никто не живет. Тама, пардон, шайтан живет. А вас наша перина ждет. Ну нет, шарами оревар, что значит «до встречи, дружок». Вот она, настоящая казармочка. Кружечка на поводке, кроватки ярусные, портянки парусные. Кто здесь? Это мы, солдатик, шайтаны казарменные. Может, в карты сыграем? Сыграем, только уговор. Играть моими. Согласны. Мы проиграем, добро наше будет ваше. Ты проиграешь, свое отдашь. По рукам, по рукам. Стали они в карты играть. Да только шайтаны раз за разом проигрывают. Запыхался шайтанчик. Добро-то таскать. Свое-то кончилось, за чужое принялся. Слышь, солдатик, отчего это счастье тебе такое? Все выигрываешь, да выигрываешь. Может, слово секретное знаешь? Так скажи, а я тебе золотые погоны подарю. Я свою паролю никому не открою. Видишь, дело какое оборот-то принимает. Смерть зови. Кого? Здравия желаю, военный. О, сестренка, извините, не признаю. Ну, вспоминай, рядовой передового окопа, оружейного бока, артиллерийского припека. Ваня, пехота. Он самый. А, забывать стала? А на войне мы с тобой под ручку ходили. Ты ж там меня щами из пищали подчивала. А я тебе, смотри, какой стол приготовил. Венца какого? Белого? Красненького? Мне бы красненького. Ах, какой ты, Ваня, хороший человек. А что, Ваня, иди ко мне в мужья. Но-но-но-но, ты что? На том свете заживем. Мужья? А чего же не пойти? Только... Я вся внимание. Ваня, ну проси, чего хочешь? Пойду я с тобой жить на тот свет, но только хочу побольше слуг с собой взять. Вот этих курносеньких, и этих шустреньких, и этих чумазеньких. Всю силу нечистую. Всего-то...
Пора, Ванечка, светает. А какой он, тот цвет? А ты глаза закрой. А ты сама закрой. Сюрприз. Ой, Ваня, это что, кольцо обручальное? Мне? Тебе-тебе, оно самое. Ой, упало в мешок. Ой, колечко. Ты где же оно? Ты где же? Нашла я его. Ваня, нашла. Ой, Ваня, Ванечка. Да что же это? Отпусти, отпусти, выпусти. Обманул девушку. И наступило утро. Утро пришло, колдовство ушло. Люди с того света возвращаются, целуются, обнимаются. Встретил Ваня свою Настю, помнил, да и женился. А мешок на березу повесили. А народ мимо той березы идет и всякий по мешку палкой бьет. Шайтаны в мешке пищат, а у смерти кости трещат.